В аэропорту Кызыла проводится работа по техническому оснащению пункта пропуска через госграницу. Объект будет снабжен высокотехнологичными системами пограничного и таможенного контроля, современной системой управления доступом и иным оборудованием. Основные строительные работы и техническое оснащение аэропорта стартовали в конце прошлого года по итогам неоднократных встреч главы Тувы Владислава Ховылыга с федеральными руководителями. Мы придаем огромное значение вопросу реконструкции воздушного пункта пропуска в аэропорту Кызыла. Пожалуй, ни одна моя командировка в Москву не обходится без визитов в профильные ведомства. И успехи есть. График по аэропорту выдерживается. Завершающий этап монтажа оборудования запланирован на август-сентябрь. Над реконструкцией основной авиационной инфраструктуры трудится более 50 человек. На сегодняшний день идут работы по остеклению фасада и другие. Несмотря на то, что работа проводится на действующем объекте без прекращения его деятельности, пассажиропоток увеличивается, отмечают специалисты. В этом году в сравнении с прошлым годом идет прирост. Возможно, он незаметен в рамках каких-то больших объемов, но по факту приема самолета-вылетов, приема выпуска самолета-вылетов в текущий год дает большие показатели в сравнении с прошлым. Идет остекление фасада для того, чтобы разместить технологическое оборудование. Слегка подрастет приемная площадь для пассажиров, прибывающих. Ровно как и подрастет площадь залов внутреннего вылета для пассажиров убывающих. Данным работам остается совсем немного до завершения, а результат от их проведения, он все-таки нацелен на то, чтобы наши пассажиры могли беспрепятственно выполнять рейсы сначала ближайшие сопредельные государства, ну а затем я искренне надеюсь на расширение маршрутной сети. Напомним, что параллельно ведутся разрешительные процедуры по началу работы объекта в международном статусе, что даст большой толчок развитию международных отношений республики с теми странами, куда будет открыто сообщение. А это в первую очередь раскрытие и налаживание торгово-экономических связей. При разработке технико-экономического обоснования в ходе защиты необходимости организации пункта пропуска в аэропорту КЗУ в основе своей рассматривалось азиатское направление. Это Монголия, Китай. Были получены предварительные согласия как от российских авиакомпаний, так и от авиакомпаний наших сопредельных коллег. В рамках выполнения работ по приспособлению здания аэровокзала для размещения пункта пропуска через государственную границу генеральным подрядчиком, выбранным на конкурентной основе, является питерская компания «Себзавспецсвязь». Это компания, у которой достаточно большой опыт работы по организации пунктов пропуска в аэропортах. Очень хорошо, что именно они работают над нашим объектом. Ну и будем надеяться, что взятые на себя обязательства они выполнят точно и в срок, для того, чтобы вышеозвученные сроки декабрем текущего года обозначены, были реализованы. Остаются небольшие виды работ, которые для завершения необходимы. Большая часть это косметического характера, основные конструктивные элементы, они уже изменены. И, соответственно, будет закупаться специальное оборудование, необходимое для воздушного пункта пропуска. Часть они уже закуплены. И, соответственно, будет производиться монтаж всего. Мы планируем все до конца года эту работу завершить. По инициативе правительства Тувы совместно с заинтересованными и ответственными сторонами в столице не раз были организованы рабочие совещания. Открытие пункта пропуска в аэропорту Кызыла позволит связать столицу республики со столицей Монголии, а также осуществлять рейсы в Китае. Мы на сегодняшний день проговариваем с отечественными авиакомпаниями. На сегодняшний день есть заинтересованность двух авиакомпаний.
Также есть заинтересованность и монгольской авиакомпании. Очень заинтересована у нас авиакомпания «Красавия», которая на сегодняшний день стыковочно у нас летают в Улан-Батор через Красноярск. Ожидают нашего решения по, точнее, нашего открытия воздушного пункта пропуска. Это развитие и бизнес-общества. Мы понимаем, да, что мы сейчас направлены на восток, и есть у нас и дружественные страны, с которыми мы активно взаимодействуем. Есть у нас опыт и с китайскими компаниями, которые у нас взаимодействуют. Но в первую очередь это, конечно же, большой потенциал туристического потока. Для местного населения, конечно же, это тоже плюс. Можно улететь и в Монголию. Для воздушного пункта пропуска, конечно же, здесь мы смотрим разные перспективные направления. Это не только Монголия, но и Китай, и даже Казахстан. Конечно же, здесь все будет рассчитываться, смотреться объемы по пассажиропотоку, но учитывая, что у нас на сегодняшний день большой спрос в Монголию, очень связаны у нас народы, это и в культурном плане, социальном, экономическом плане, и здесь, конечно же, приоритет первый будет запуск, это Улан-Батор, и дальнейшим развитием других маршрутов. По информации Министерства дорожно-транспортного комплекса региона, туристический поток в республику за последние 2 года увеличился почти в 3 раза. От 20-30 тысяч пассажиров в год до 100 тысяч. Отчасти благодаря открытию новых направлений и маршрутов, а также увеличению частоты рейсов. Изменения вообще налицо, чисто, всегда аккуратненько, все вовремя. Но для пассажиров вообще все удобно, мне кажется. Все есть, и комната отдыха, достаточно мест. Самое оптимальное для, я считаю, Новосибирск, Красноярск, чтобы дальше выбраться. Монголия, конечно, нам бы вообще мечта, это наша мечта. Пусть она сбудется. Мы сами из Казахстана хотели бы видеть прямые перелеты из Алматы в Новосибирск или в Кызыл. Было бы прекрасно. Мы сейчас пересадками летаем. А так все устраивает, обслуживание, все своевременно, никаких пока задержек не было. В гости к родственникам сюда мы приехали, мы сейчас пересадками, сейчас в Новосибирск, потом в Алматы еще будем. Хотелось бы, если бы были прямые перелеты, то было бы вообще хорошо. Задержек нет, да, очень удобно, можно найти билеты подешевле, это очень выгодно даже. С кэшбэком постоянно можно покупать. Казахстан, Кызыл можно тоже. Реконструкция воздушного пункта пропуска в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница» ведется по графику. Ориентировочный ввод в эксплуатацию объекта – декабрь этого года. Айра Сашалпа, Мангуш, Буянуин, Чайхан Донгак и Азамат Очур, телеканал Тува-24.